На улице Грина в Северном Бутово. Здесь вот демонтировали остановочку, которая, наверное, долгий десяток лет послужила, если не более того. Грина 20 она называется. И вот будет новая остановка. Здесь вот такие вот дома стоят. Видел я еще в Щербинке такие. Наверняка еще построили, когда эта часть города не входила в его пределы. Мне что-то подсказывает. А вот это уже новая застройка. Туда будет, в ту сторону, бульвар Дмитрия Донского, одноименная станция метро, а в обратную сторону улица Новобутовская. Ну да, вот таких именно домов в Москве я не встречал. Похожие, да, были. А вот Щербинка, Люберцы там. Ну, Щербинка сейчас тоже Москва уже. Тоже дом один по Грину. Там он уже дома выросли. Как грибы они растут.